Привет, добро пожаловать на канал Kinder Малыш ТВ. Кто еще не подписан, подписывайся и ставим лайк. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои первые видео. Ну а сегодня я буду открывать вот такие Kinder Joy с юбилейные, три юбилейных и вот такая одна коллекция. И новогодних киндеров. Как будто снеговик вылупился из киндера или пингвиненок. Они очень красивые обложки. Новогодние обложки. Вот тут Kinder Joy. У них юбилей. Вот он. Отмечает юбилей. И два таких. Давайте же начнем Joy. Отложим их в сторону. Начнем мы с этого. Так что он у нас один. Открываем. Смотрите, ребята, он порвался. Ну ничего. Тут-то шоколад. Посмотрим. Вот такой вот шоколад. Смотрите, ребята. Берем. Дальше ложечка для шоколада. И открываем. Открывалась, но я не видела. И тут мне попадается какая-то игрушка. Высыпаем ее на стол. Посмотрим на инструкцию, что она попалась. Нам попала вот такая вот черепашка. Это как бы с роботом. Давайте она легко. Но самое интересное, у нас нет таких вот конструктора, которые должны быть. А попалась просто черепашка. Еще вот такие лего-конструкции. Нам попалась вот такая вот черепашка. Она очень прикольная. И двигает вот так лапками или ножками. Это мы убираем в сторону. А его мы ставим вот сюда. И давайте открывать вот такой вот. Не без разницы, потому что они одинаковые совершенно. У нас этот раз не открыл. Я не буду открывать шоколад, так как мы знаем, что вот он вот такой вот. Вот. Я его убираю, потому что давайте посмотрим. Вот еще одна наша ложка. Давайте посмотрим, что там внутри. Ребята, смотрите, на лупу похоже. Высыпаем. Что это мы еще не знаем, посмотрим. Да, ребят, это лупа. Вот такая рыбка-лупа. Вот. И конек-гарпунек здесь такой. Так вот. Ну, а что это? Ага. Смотрите, ребята. Она приближает даже очень сильно. Вот, смотрите. Такое ощущение, что это все на самом деле. Прикольная рыба лупа такого бежевого цвета. Ее мы тоже положим сюда. Дальше открываем вот такой вот. Тоже 50 лет. Открываем. Тут шоколад. Ложечка. У меня уже три ложечки. Это очень чудесно. Открываем нашу игрушку. Там что-то желтое виднеется. Там нарисована Барби. Попадется нам и Барби. Смотрите, вот такая вот Барби. Смотрим, что это? А, это крутилочка. Она собирается так вот. Сначала протыкаем это отверстие в это. Я одену и вам покажу. Вот я одела. Нарисовано, что крутится. Смотрите, ребята, как она крутится. Я ее не сильно крутанула. Она очень довольно круто крутится. И у нее такой цвет, когда она крутится. Ее наша.
И вот наша коллекция. Тут еще есть такие вот классные девочки. Вот они. Барби. И мы положим сюда. Давайте открывать последний Kinder Joy. Тут шоколад. Открываем. Ребята, смотрите. Вот тут мы видели вот такое и вот такое. Надеюсь, попадется что-то из этого. Мы спаем. Что это? Посмотрим. Из этой попадется или нет. Да, ребята, попалась из этой. Тут даже две. Не стреляются. Вот так, вот они. Это хорошо, это плохо. А, бывает, не долетают. Вот они такие прикольные. Я соберу и вам покажу. Ну, у нас получились вот такие две рамочки. Одна вот такая вот сеточная. А другая вот такая вот. Жучка. И тут Пантюш нам показывал, что надо его пальцем вот так сделать. Посмотрим, кто на перегонке. Одна поехала. Эх. А другая нет. Посмотрим. Они скользят. А теперь вместе будут. Улетели. И все-таки вернулись. Вот такие попались. Положим их сюда. Настала очередь открывать их. Какой откроем первый? Пишите в комментариях. Я открою их обязательно в следующем видео. Ну, я открою вот этого пингвинчика. Я буду открывать обложку аккуратно. Она такая новогодняя. Мне даже жалко порвать. Тут у нее такой, как центр. Центр. Убираем его. И потихонечку открываем. Посмотрим, получится нам открыть ровно или нет. Второй слой мы убираем. Смотрите, уже тут видно, что как бы птенчик родился из этого. Смотрите, ребята, тут Kinder написан. И отпечаток. Аккуратно, не получилось. У нас попадется из версии. Смотрите, какой белый шоколад. Очень даже белый. Убираем его. Открываем. Смотрите, ребята, лисенок вылазит. Так, посмотрим. Фу, он светится, браслет. Кстати, посмотрим на листок. У меня уже есть вот такая вот, ребята. Вот такая вот. Вот и вот такая вот. Это вот такой лисенок новогодний. Его вешают на елочку. Она такая милая. Давайте ее завяжем. И вот это можно соединить, все вот эти браслетики. И получится целый браслет. Он даже светится в темноте. Завязываем. Вот, я завязала его. Этого лисенка, она так милая. И вот как бы саночки ее. Она такая милашка. Ставим ее в сторонку с остальными. И давайте открывать наш последний снеговичок. Думаю, это будет долго. Я открою и к вам вернусь. Ну вот, я его открыла. Давайте открывать. Думаю, у меня не получится аккуратно. Ну ничего. Открываем. Это тоже из версии. Посмотрим, кто попадется. Ребята, смотрите, это, походу, попалась вот такая вот девочка-ангел. Надеюсь. Да, девочка-ангел. Она такая милая, красивая. Смотрите, это девочка-ангел. Вот, у нее тоже елочка такая.
такое должно быть. И ведерочко. Одеваем ее. Одеваем. Мию. Она такая милая. Вот. Вот так можно собрать браслетик. Сейчас. Ну, не одевается. Ну вот, я одела. И вот так постепенно собирать и получится браслет на руку. Светиться будет. Ну и наше видео подходит к концу. У нас попали сегодня вот такие чудесные игрушки. Шоколад. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои песни.